Ну что ж, и всем привет, с вами Age of Sin, и сегодня мы продолжаем играть в Black Mesa. Так, ну в предыдущей части мы потеряли своего попутника-охранника, но увидели новых мобов, которые нам предоставила судьба. Это у нас пехотинец, какой-то пехотинец, я не помню, как он правильно называется, в общем, какой-то пехотинец реально. Не этот, пехотинец иноземец с автонацеливающимися штуками. Ну, в общем, не помню, как называется. В общем, прикольная пушка. Так, может быть, можно отнюдь. Вот. С автонацеливающимися выстрелами там из пушки. Ну, я не помню, как они называются. В общем, какие-то пехотинцы. Какие пехотинцы, я честно не помню. Ага, а вот это что-то уже похоже на их пристанище. Ладно. Будем знать в одиночку. Охранник, кстати, как я понял, нас тупо... Охранника тупо зашкурило в двери. Потому что я так и не понял, но он умер прямо, вот, не знаю, одной ногой здесь, другая там. То есть, реально, похоже, его тупо зашкурило. Ладно. Здравствуйте! Слава богу, хоть сейчас не за мной они. Бей его! Ломай ему печень! А чё, булсквиды такие слабенькие? Побитые, что ли, жизнь? Здрасте. Еще один живой. Я в шоке. 90%, спасибо. Что за лазер? Что за перезарядка? А-а-а, звезда смерти! Команды. Вы что, сломали что-то? Вот, извините, кто ученый? Я или... Мудаки? Как я люблю эту штуку. Прекрасная музяка. Подождите, не как его называли. Это дополисос, это стреляющий такими лучами. И либо вот так вот запасающий эти лучи, потом херакс. Херакс. Он говорит, эта штука, кстати, а куда я, блядь? А, вот сюда в первый раз. Потому что это, говорит, прототип. Его нельзя перегружать. А что за перегрузка? Хрясно! Нет стены. Спасибо. Вот видите? Что-то интересное нашел. Так, я так понимаю, мне по лазерам идти надо, да? Есть здесь кто? Что-то здесь имеется. Чё before? Лазер, что? А чё он не доходит до суда? Он должен идти. Хера себе. Лазер. Отлично. Можно обратно встать? Можно обратно встать. Вопрос вопросов, а чё это за хрень? Но, успокойся. Так, я понял, нам надо привезти сюда 4 лазера. С 4 нахрен сторон. Ну ничего так, нормально пушечка, пойдет. Давайте еще один. Ой-ой-ой. Ну-ка, я же идиот. Я идиот. Нормально. Жить можно. Всем, что тут идиот, жить можно всегда. Только я все-таки предпочитаю пока заряжать
пушка окончательная, я все же побегаю с этим. Потом, глядишь, еще и пылесос возьмем. Так, это Hyundai. А чё вы такие быстрые? Чё так быстро перезаряетесь? Нахер! Я перезаряжаю, подождите. Hyundai. Живучий, скотина. А, это убил случайно. Вот это поворот. Эти штуки запускаю, но я их бачу. Пушку надо было тоже туда зайти. Классно так сделано, мне нравится. Лазеры идут. Ага. И куда? И куда же мне идти? Вот сюда мне идти. Тут для нас даже дверку открыли. Так, в шесть. Все, все четыре лазера направлены. Сейчас что-то должно быть. Сейчас что-то охренанет. Так, два лазера. Почему всего два? Или они типа это? По-моему, все-таки вот так. Я так, тумаю. Fire! Долго заряжает. А, так он плавит. Это я вовремя ушел. Хм. Какая аккуратненькая дырочка. И мне даже не тепло здесь. Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. А если бы я оставил бы... Ну, это щит пау, энергетический щит, возможно, бы он отразился просто-напросто и все. То есть я бы в итоге ничего не получил на выходе. Выброс был бы пустой. Так, пауза, вернусь. А, вернуться. Что здесь? Здесь ничего. Здесь ничего, здесь ничего. Нет, что-то есть. Хрень какая-то. Надо, говорит, найти ученых. Здравствуйте! Коллега! Ученый. Ой, женщина. У вас есть женщина? У нас у всех. Я вас вытащу в одну женщину. И что? Мы наконец сможем выбраться отсюда. Да, но сначала вам придется отключить технический аппарат. Ой, мы его видели. Да может его нахрен. Пусть работает. Не ной. Но явно под ним безопасно, я понял. Вы че, идиоты, что ли? Питерс. А при жизни ты был? Ничего так. Куда сюда? Куда побежали-то? Стопэ, я первый иду, блин, идиоты. Вас расстреляют к хренам сейчас. Ой, идиоты. И? Цель что поначалу? Чё встали-то? Стойте, стойте! Что? Что такое? Не кажется, что это выглядит слишком легко. Что-то здесь не так. Что там? Где? Мы пока побудем тут. Да ничего тут нету. Куча патронов, как всегда. Выглядит.
И все. Все нормально. Ой. Ой. Я тут ни при чем, это не я запустил. Да чё вы орёте, господи, открывайте двери, идиоты. Я тут как-нибудь высижу. Да что ж ты убить... А, я его убил. Господи, текстура. Мне бзда. Граната. Живучая скотина, а. Дверь откройте, сволочи! Я ваш дом труба шатал. Очень плохо. Слышишь? Ай, 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 ай! Кто? Куда? Фаер! Фаер! Убивать! Чё это было? Да это я! Сейчас упадет сюда полюбас. Я не подержал. Ах ты скотина. Господи, он так стреляет, как будто там их несколько, а он один на самом деле. Мясо! Спасибо за то, что восстановили меня обратно. Весь мой набор патронов. Благодарен. Спасибо. Что за собака? И автомат, заберите. В смысле? Убили всех? Действительно. Находится под полным контролем военных. Тебе придется пробиваться от одного конца в другой. Не думаю, что тебе на пути встретится много наших коллег. Если чудом проживешь, чтобы прорваться через базу, найди лабораторию, где прячутся оставшиеся ученые. Я не рискну выйти отсюда. Но я предупрежу тех, кто остался в комплексе Лямбда, что ты... Да. Как говорится, спасибо. Спасибо, 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 я пошел. А почему только один со мной пошел? Ладно, пауза, вернусь. Хм. Висяк. А! Если я спрячусь, то будет хорошо. Вы внимательны, цельцы, внимательны, ребятки. Да что ж вы этого ученого-то мучаете? Он сдох уже давно. Может... А, да, молодец, что не бежал. Плохой такой. Так. Нагибаться.
от себя стреляют. Это что такое? Какая-то дичь. Пишите в комментариях. Точнее, интересно ли вам Half-Life 2? Пишите, пожалуйста, в комментах. Если интересно, сейчас, секунду, я буквально бук перезагружу. Он опять решил обновляться. Скотина такая, ненавижу эту десятку. Пока все плохо. Я даже понять не могу, кто там стреляет. Вот так вот. Да уж. Крови они не попили нормально так. Что-то я какой-то заторможенный малек. Так, хорошо, хоть хп дают. Есть здесь шо? Странно, убивал хрена народу. Понять не могу, где же они все были. А, вот, вот здесь вот. Я откуда он стрелял из пулемета. Ни хрена не понял. Здесь где-то был пулеметный этот установка. Вот он. С поста охраны ты меня шмлял. Котинкая. Как он меня увидел? Тут же ни черта не видать через проем. Ладно, нам сюда, и это замечательно. Нам, видимо, дальше по коридору. Что написано? Гидроэлектростанция. Ну, пойдемте, пойдемте. Да. Я, видимо, правильно сделал. Это типа хаба какого-то. Наверное. Нет? Да. Ну, давайте на паузу и вернусь. Глава поверхностное напряжение. Вообще, молодец. Ни разу не попал, можно сказать. Солдату больно. Че тут у вас? На пульки всякие не нужны. Я просто помню, там еще на другую планету куда-то приходить. Зашибись. Да иди твою мать! А, умер один все-таки. Как тут? Так было вообще. Натягивай эту хрень уже быстрее. Ну. Хрень.
Красная бочка, блин, на знак. Стоп. Хорошо, что 80% пульс не меняет текстуры. Меняется, например, та же беда. Непонятное место. О, отлично. Сейчас отхилимся и давайте будем на этом серию уже завершать. Ну а с вами был Age of Sin. Это была игра Black Mesa. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.